Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 2 марта 2023 года известному актеру, сыгравшему очаровательного дворецкого из «Моей прекрасной няни», Борису Смолкину исполнилось 75 лет. Несмотря на солидный возраст, актер, по его собственному признанию, полон сил и старается во всем видеть исключительно позитив. Борис Смолкин с самого детства мечтал о карьере актера, но в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии Смолкин поступил только со второй попытки. После окончания вуза Смолкин устроился в театр мускомедии, где проработал 36 лет. На сцене питерского театра мускомедии он играл главные роли и был одним из самых востребованных актеров. Но в кинематографе у актера дела обстояли намного хуже. Актерская слава и любовь поклонников пришла к нему только после 50 лет. Поворотным проектом в судьбе Бориса Смолкина стал сериал «Моя прекрасная няня», в котором ему досталась роль харизматичного дворецкого Константина. Этот персонаж с первых же серий полюбился зрительской аудитории. На сегодня фильмография талантливого актера более 100 проектов. Борис Смолкин не скрывает, что долгое время ему не везло не только в карьере, но и в личной жизни. По какому-то странному стечению обстоятельств он всегда влюблялся в недоступных девушек. Вместе с тем, надо отметить, Смолкин был женат дважды. С первой супругой он познакомился еще в студенческие годы. В 1974 году у супругов родился сын Владимир. Однако этот брак оказался недолговечным, и через некоторое время супруги развелись. После развода Борис Смолкин ходил в холостяках целых 17 лет. И только отметив полувековой юбилей, актер встретил новую любовь. Его избранницей стала сотрудница театра мускомедии Светлана, которая была моложе артиста на 23 года. В 1999 году на свет появился их сын Глеб. Сегодня, глядя на Бориса Григорьевича, сложно поверить, что ему уже 75 и что эти цифры имеют отношение к реальности. И тем не менее, говоря о творческих планах, актер честно признается, что уже в том возрасте, когда особо выбирать не приходится. Несмотря на юбилей, устраивать пышное застолье Смолкин не планировал. За праздничным столом соберутся только близкие и друзья. Поздравить отца придет и старший сын, театральный продюсер Владимир Смолкин. А вот младший Глеб не сможет побывать на семейном торжестве. Известный фигурист Глеб Смолкин в паре с Дианой Дэвис уже давно тренируется и живет в США. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!